Иногда один день вмещает больше, чем 10 лет. Иногда 10 лет кажется мгновением. Вот почему-то мне показалось, что 10 лет пробежали очень быстро. Наполненные работой, наполненные жизнью, наполненные тем, что у меня появился внук. И уже внук читает, и уже внук приходит ко мне в библиотеку. Вот такие 10 лет. На самом деле мы все равно остаемся детьми Советского Союза, и наши дети, я думаю, и внуки будут детьми и внуками Советского Союза. А это от нас не отнять. Мы жили всегда все вместе дружно, да, угощали, были добрыми соседями, независимо от нас. Так оно и будет. Этот фестиваль нужен и очень необходим нашему городу. Эти годы пролетели быстро. Самое главное, мы не стареем душой, и молодежь прибавляется, и молодежь это тянет. В самом деле мы, старшее поколение любого народа, да, мы должны передавать свое своим детям. Мы должны посмотреть, сколько молодежи участвует на стендах. Одеты, танцуют, поют. Это сближает, чтобы не было агрессии, чтобы не было, понимаете, вот того, когда говорят в нашем городе, понаехали. Ну, чтобы не говорили, понаехали. Вот это надо видеть, угощаться, жить, вникать надо. Человек, не знающий свою культуру, не может полюбить другую культуру, правильно же? Вот мы этим и занимаемся, любим друг друга и показываем свою, воспитываем в народе чувство патриотизма. Это не восхваляется там Казахстан, Азербайджан, там Грузия и так далее. Это восхваляется Россия. Народ, живущий в России, единый и будут едины.